Федеральная трасса Р-132 «Золотое кольцо». Ее протяженность во Владимирской области 222 километра. 118 из них содержит Владимирская строительная компания. В прошлом году на этой же дороге мы уложили ремонтов, слоев износа порядка 35 километров. Сейчас в этот год у нас запланировано порядка 25 километров. Качество дорожного покрытия – забота специалистов компании. Его они обеспечивают за счет собственного асфальтобетонного завода в деревне Захарово Судогодского района. Его мощность – 180 тонн асфальтовой смеси в час. Порядка 5 лет Владимирская область уже с этими смесями работает и показывает практика, что это гораздо смесь, гораздо жестче, гораздо более износостойко, можно так сказать. ВСК не только строит дороги, еще и благоустраивает их. В зоне ответственности специалистов, в том числе состояние придорожных полос Р-132 «Золотое кольцо». Бригады расчищают их от мусора. По одному разу мы всю дорогу 120 километров наших зон ответственности уже прошли. И было уже вывезено порядка 9-10 самосвалов мусора. Ну, сейчас уже идем по второму разу. Параллельно работает комбинированная дорожная машина. С помощью огромной щетки она моет барьерные ограждения. Емкость цистерны позволяет очистить от грязи 10 километров. После зимнего периода при обработке дороги противогололедным материалом загрязняется барьерное ограждение. На ней установлены катафоты, которые отражают, которые дают в ночное время отражение водителю. А это прежде всего безопасность. Обеспечить ее на этом участке федеральной трассы – главная задача ВСК. Дорожные бригады моют и красят павильоны. Под крылом специалистов компании их 45. Восстанавливают разметку на дороге и пешеходных переходах. А еще ремонтируют путепроводы над железными дорогами, а также мосты. Один из них через реку Сойма в Судогодском районе. Поддерживаем состояние, где-то надо... Меняем бордюр, где-то надо лотки заменяем, если они разрушаются. Где-то штукатурим, где-то красим, где-то вырубаем, где-то очищаем русло. Объемы транспортных потоков на магистралях Владимирской области стремительно увеличиваются каждый год. Федеральная трасса Р-132 «Золотое кольцо» не исключение. Сделать ее надежной и чистой – работа в том числе ВСК. С ней специалисты справляются всегда качественно и в срок. Наталья Забнина, Алексей Ковалев, телеканал «Вариант».